Рецепция отеля «Лаванда». Места очень красивая. Это район Хикадовы. 3 часа езды, 3-4 часа езды от аэропорта Коломбо. Магазинчики сразу же спальнис. В отеле есть банкетный зал, кинотеатр. Водные виды спорта предоставляются за дополнительную плату. Отелю 3,5 года, открыт он в 2016 году. Разрабатывал дизайн австралийский дизайнер. Все очень стильно, компактно, комфортно. Бар и главный ресторан. И терраса. Комната отдыха. Можно почитать книги. Книги тут собраны со всего мира на 35 языках. Огромная библиотека. Тихо, спокойно, комфортно. В отеле есть аниматоры, для деток есть услуги. Я бы этот отель рекомендовала как для молодежи, так и для семей с детками. И постарше тоже найдут себе тихий уголочек. Рядышком развита инфраструктура. Можно выйти, перекусить. Отель работает на завтраках, завтрак, ужин, или же все включено. Трехразовое питание, то есть тут все включено нету. Номер отеля. Ванная комната, есть душевая кабина, ванна. Все очень стильно, красиво, чисто, ухожено. Бутилированная вода, чай. Есть кофе в номере. И это номер стандарт, без вида. Вида просто нет. Также есть Ocean View или вот матовые стекла, ничего не просматривается. Это номер на дорогу вид. Диванчик. Есть халаты в номере, тапочки. Гладильная доска и утюг. Телевизор. Кондиционер. Огромное зеркало и вот такое окошко в ванную комнату. Приятно очень пахнет в номере. Номер очень хороший. Пляж отеля. Сезон с октября до марта. До камней там идет не глубоко. Где-то метр, наверное, до камней. Красивый океан. И главный бассейн отеля. Территория небольшая, это вся территория.